गया। ओ मैं ज्ञान तिमिराम दस ज्ञान अंजन सला क्या चक्षुर उन्मीलितम जेन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बोलो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। Прежде всего, моему Гуру Пада Падме, я целила правительство Ом Вишнупада Аштатарашата, Шри Шри Мат, Бхакти Шри Рупи, Сиддханте Госвами Махараджу. Я предлагаю бесконечные саштанга Дандават Пранам, мы склоняемся к его лотосным стопам, также моему Шикша Гуру Пада Падме, я целила правительство Ом Вишнупада Аштатарашата, Шри Шри Мат, Бхакти Виданте, Шри Ля Нарайне, Госвами Махараджу. Я предлагаю свою Шрадха Пушпанджали, возлагая их к его лотосным стопам. Также всем вайшнавам и вайшнаве я предлагаю свои пранамы, поклоны. Харе Кришна. Мы слушали два дня о славе Навадвипа Дхамы, о том, как она появилась, какова ее сварупа, облик, форма. Мы слушали об этом Карху из Ананда Самхиты. Сегодня мы послушаем о том, почему Навадвипа Дхама настолько прославлена, о том, что представляет собой Навадвипа. Навадвипа мы слушали уже ранее. Что означает? Навадвипа — это то, что Радхарани проявила из своего сердца для служения Кришны. Это 9 кунж, которые Радхарани проявила из своего сердца. Радхарани очень милостива. Подобным образом и Навадвипа Дхама, проявленная из ее сердца, также очень милосердна. Если кто-то посещает Навадвипа Дхаму, совершает парикраму по Навадвипе, катается в пыли Навадвипы, то что он обретает? Гаурамара Джасабастхана. Цитата. Сесавастхана херивами пранайбхаката санге суддхабхаката чаранарено бхаджана анукхола. Бхактимур Такур описывает, как нужно получать даршан дхамы не глазами, а с помощью слуха. Гаура Амар Джасабастхана. Шриман Махапрабху являл свои лилы, и эти места необходимо посещать Сасабастхама Харибаами Пранай Бхаката Санге. Как посещать? Вместе с премика бхактами. Именно с ними нужно получать даршан святых мест. А иначе что мы увидим? Растения, деревья, лианы и так далее. Ничего толком мы не увидим. И более того, мы можем даже совершить апарадхи, оскорбления по отношению к Дхаме. Навадвипа Дхама — это обитель Джагая Мадхая. И мы можем увидеть людей, как Джагая Мадхай, которые едят мясо, пьют алкоголь, поклоняются Кали, совершают якобы раса лилы, погружены в тамагуну, в невежество, спорят, ругаются. И если мы будем фиксироваться на этом, то мы совершим апарадху по оскорблению по отношению к Дхаме. Но если мы находимся в Нугате под руководством вайшнавов и посещаем лила-стхали, места игр Господа, слушая Харикатху, то мы поймем действительно славу тех мест, в которые приходим. Навадвипа Дхама, 9 островов, олицетворяют собой 9 анг, 9 составляющих бхакти, о которых рассказывает Прохлада своему отцу Хираньякашипу. Хираньякашипу спросил Прохладу,
Ты жил вместе со своим гуру. Что же самое ценное, что самое лучшее? Ты рассказал, пожалуйста, поведай мне суть. И Прохлада Махарадж ответил, Шраванам, Киртанам, Вишнусмаранам, цитата. Ити пунсарпита Вишну бхактисчетанавалакшана крияте бхагавата дхьятанманне дитамутам. О Питаджи, о Отец, есть разные знания, видья, но самое главное что? Сначала атма-самарпана, предать лотосным стопам Гурудева, духовного учителя и Господа. А затем уже, после этого, что нужно делать? Совершать Шраван, Киртан, слушать, воспевать и так далее. Совершать анги преданного служения. А иначе это будет просто Аропа Сидда Бхакти, Санга Сидда Бхакти. Но не чистая бхакти, не чистая преданность. Поэтому первое, что нужно сделать, вручить себя, так же, как проданная корова. Она принадлежит хозяину. Он может кормить ее, поить, может не кормить, не поить, может вообще убить. То есть она находится полностью во власти своего владельца. Подобным образом и нам нужно стать полностью шаранагата, полностью преданными. И вот тогда бхакти уже возможно совершать шутха в чистой форме. А иначе, если мы сами делаем яд хороший, яд ашнаши, яд джагоши, дадаси, яд цитата. Если у нас такое настроение, то есть мы делаем что-то, а потом уже с настроением, вот, Господь, я сделал сам, я тебе предлагаю, то это не чистая бхакти, это не шуда бхакти. Это аропа сидда бхакти. Шуда бхакти означает, что вначале нужно полностью предаться лотосным стопам духовного учителя и Господа. И тогда уже не будет восприятия «я это сделал». Мы будем поступать согласно воле духовного учителя. Мы будем действительно делать для Господа, посвящать Ему все свои деяния, потому что мы вручили себя Его лотосным стопам. И кроме Кришна-намы, кроме Кришна-севы, кроме имени Господа и служения Ему, мы ничего уже не будем хотеть, потому что мы вручили себя действительно. Именно такое бхакти является чистым, а иначе это не шуда бхакти, если мы не преданы. Шравана, Киртанам, Вишнусмаранам. Девять анг бхакти перечисляет Прохлада Махарадж. И говорится, что если кто-то следует даже одной анги бхакти, одной составляющей, не всем девяти, с ништхой, с твердой верой, то он может достичь Господа. Эка анга садхи, каха садхи баху анга. Цитата. Как достичь прему? Неважно, следует кто-то одной анги бхакти, одной составляющей практики, либо нескольким. Он может достичь Господа, но что для этого нужна? Ништха, твердая вера. Если у нас нет ништхи, то мы не обретем прему. Но если есть ништха, и мы должным образом следуем хотя бы одной анги бхакти, то непременно мы достигнем Всевышнего. Например, Шравана. Кто достиг совершенства благодаря слушанию? Парикшит Махарадж. Он ничего не делал, только сидел и слушал Бхагавад Катху. И постепенно, благодаря этому, он достиг Господа. Он стал служанкой Шримати Радарани. С Галоки Вриндавана за ним спустилась небесная колесница и забрала его в духовную обитель. Киртан, слушание. Совершал Шукадев Госвами, то есть он повествовал, рассказывал о Господе. Вишну Смаранам, памятование Господа. Кто памятовал его? Прохлада Махарадж. День и ночь он памятовал о Всевышнем. И благодаря этому он достиг Господа. Пада Севанам, служение лотос на стопам Господа. Кто совершал? Лакшми, богиня процветания. День и ночь она служит лотосным стопам Господа, массирует его стопы. Благодаря этому она находится с Господом, Арчаном. Кто совершал Арчану? Притху Махарадж. Он посвятил себя Арчане, и благодаря этому достиг Бога. Ванданам, вознесение молитв. Кто молился Господу? Акрура. Когда он приехал, откуда? Из Мадхуры, чтобы забрать Кришну в Нандагаум, то
он увидел отпечатки лотосных стоп, которые остались, когда Господь шел пасти коров. И, видя отпечатки стоп Господа, Акрура начал возносить молитвы. Он осыпал себя пылью со стоп Господа, катался по этой пыли, потому что даже Лакшми, оставив все свои желания, покинув Вайкунху, чем занимается, до сих пор сидит во Вриндаване, совершает тапасию, аскезы, чтобы достичь эти стопы Господа, отпечатки которых увидел Акрура. Цитата. Джапада Лагия Рама Тапасия Корила. Рама, Лакшми совершает аскезы, чтобы достичь Господа. Нарада хранит эти стопы Господа в своем сердце. И поэтому, видя отпечатки этих драгоценных стоп Господа Акрура, начал возносить молитвы. Дасья, служение, выполнял Хануман. День и ночь он служит постоянно лотосным стопам Господа Рамачандры. Он и выполняет функцию посланника, и какое только служение не выполняет ради Господа Рамачандры. Сакья, дружба с Господом. Арджуна, пример дружбы с Господом. Кришна дал ему упадеш наставление в виде Бхагавад-гиты. И, кроме того, стал его возничим на колеснице. Атма-неведанным, полное вручение себя, совершил Бали Махарадж. Таким образом, это девять анг, девять составляющих бхакти. Если кто-то следует даже одной этой анги, он обретет бхакти, любовь к Господу. Но во время Навадвипа мы совершаем все анги бхакти, потому что каждый остров, каждая двипа, двипа — это остров, символизирует ту или иную ангу бхакти. Поэтому, посещая Навадвипа Парикраму, вы обретаете благо от всех анг бхакти. Шанкара сказал Парвати, что другие дхамы можно посещать кроры миллионы раз, но результат этого будет гораздо ниже, чем если кто-то один раз хотел бы посетить Навадвипу, совершить там парикраму под руководством вайшнавов. Настолько велика слава Махима Навадвипадхама. Чай. Махапрабху, Господь и его дхама, его обитель, не отличны друг от друга Абхирана. Народ Мадастакур поет. Гора Према Расарнава. Цитата. Гора Према Расарнава Сатаранга Джабадоба. Если кто-то погрузится в Према Расу Махапрабху, то что он обретет естественным образом? Он обретет любовь к Радхе Мадаве. Мы поклоняемся Махапрабху в Дасья-расе, в настроении служения, слуги, но что обретаем? Шингарасу. Мы поклоняемся Махапрабху не в Сакья-расе, не в Мадхурья-расе, не в Шанта-расе, не в Ватсалья-расе. Только в Дасья-расе, в настроении слуги, мы совершаем упасану поклонение Махапрабху. Но поклоняясь Махапрабху в Дасья-расе, что мы обретаем? Према-расу Рады Кришны. Потому что Махапрабху — это Рада Бхава Дети Савалитам Наоми Кришна Сварупа. Это Кришна, принявший Бхава настроение и Анга Канти, цвет тела Шримати Радарани. Махапрабху очень милостив, даяла. Подобным образом и его дхама, его обитель, также очень милостива. И она прощает оскорбление. Например, если кто-то совершает оскорбление по отношению к Кришне, он помнит. Брама, например, оскорбил Кришну, и Кришна: «А, так вот ты какой! Я помню, Кришна думал, ты украл моих мальчиков, друзей пастушков и телят. Ты разлучил меня с друзьями и с телятами». Когда Индра оскорбил Кришну, Кришна тоже помнил: «А, так вот ты, это тот, за кого я поднял Гирираж Говардан, кто был против Враджаваси». Кришна помнит об оскорблениях, которые совершены в отношении него. И Индра, конечно, просил прощения, совершил абхишеку, омыл Господа, но он понимал, что в глубине сердца, в глубине души Кришна не простил его. Поэтому Индра думал, что же делать, как же заслужить полное прощение Господа. Он понял, что Кришна придет в Махапрабху,
в Кали-йогу в облике Шри Чайтанья Махапрабху явится в Навадвипе. Поэтому что сделал Индра и Брахма? Что они сделали? Брахма начал совершать тапасию аскезы в Антардвипе, в Майяпуре, в Йога-питхе, месте явления Махапрабху. Там Брахма совершал суровое подвижничество. Благодаря этому Шри Чайтанья Нагаура Хари сам даровал ему свой даршан, предстал перед ним и поведал ему антар, то есть сокровенное внутреннее, поэтому называется это место Антардвип. То есть самое сокровенное внутреннее поведал ему Махапрабху. Что же он сказал Брахме? Он сказал: вот в этом месте я явлюсь как Шри Чайтанья Махапрабху и повсюду буду проповедовать Харинам, а ты поможешь мне. Поэтому в каком облике ты явишься? Скажите, как пришел Брахма, как Харидас Такур, Намачарья, который каждый день повторял по три лакха святого имени? Прохлада и Брахма сочетаются вместе в облике Харидаса Такура. И Махапрабху сказал: тебя будет Сахан Шакти, то есть сила Шакти, Сахан, терпение. Есть поговорка: кто терпелив, тот выживет, а иначе он будет разрушен. То есть для того, чтобы совершать духовную практику, очень необходимо терпение. И кто является примером такого терпения? Харидас Такур. Махапрабху сказал ему: ты каждый день будешь повторять по три лакха святого имени и покажешь пример и терпения, и славы святого имени. Цитата. Блудница Лакхаира три дня, три ночи приходила к Харидасу Такуру и пыталась соблазнить его, но в итоге сама потерпела неудачу. Два дня она пыталась как-то повлиять на Харидаса Такура, одна третью ночь она уже сидела молча и слушала Харинам от Харидаса Такура, потому что ее сердце изменилось, слушая святое имя из уст Харидаса Такура. И она призналась: Рамачандра Хан послал меня к тебе, о Харидас, чтобы я соблазнила тебя. Но я понимаю, что ты возвышенный, святой, пожалуйста, проли на меня милость, благослови меня. Харидас Такур что ей ответил? Он сказал: я знаю все это. Я знаю, откуда ты пришла, зачем. Поэтому я знал это еще до твоего прихода. Но чтобы показать всему миру, какова слава имени Бхагавана, имени Господа, какова слава общения со святыми, я ради тебя остался в этом месте на три дня. Сейчас иди раздай все деньги, которые ты заработала неблаговидными деяниями. Затем возвращайся, оставив себе всего лишь один комплект одежды. Живи в этой хижине, поклоняйся Туласе, служи ей, и день и ночь повторяй Хари Кришна Махамантру. Итак, эта блудница изменилась, и она стала настолько маханти, настолько великой. Она Хайла Парма Маханти. Она стала очень великой. Барабара Вайшнава Тара Даршанетта Джанти. То есть возвышенные Вайшнавы приходили к ней, чтобы получить ее даршан. Они были поражены: ничего себе, эта блудница Лакхаира стала такой возвышенной, преданной. И они приносили ей то, что было необходимо для пропитания, чтобы она могла спокойно сидеть, воспевать святое имя, совершать свой баджан, и не испытывала недостатка ни в чем. Когда кто-то совершает баджан, он не испытывает недостатка, Господь заботится о нем. И Лакхаира могла погрузиться полностью в воспевание святого имени, а люди, восхищенные ее преданностью Господу, приносили ей то, что необходимо для пропитания, для поддержания себя. То, что было необходимо для поддержания жизни, она принимала, а основную часть раздавала, как просад Господа. Господь заботится о тех, кто совершает баджан. Посмотрите, вот вы живете здесь, в Бароуте, нет недостатка в храме для пропитания, в семье обычно кто работает? И муж, и жена, и дети работают, чтобы прокормить себя. А здесь, посмотрите, сколько людей приходят, почитают просад. Вчера, например, какой просад у нас был? Панир, сабджи, овощи. Овощи разные, смешанные, жареная картошечка, рис, сладкий шикан Прабху приготовил. Пури горяченькие были,
столько вкусности. Почему это? Потому что Господь заботится о преданных, которые совершают баджан. У них нет недостатка ни в чем. Итак, Дхама, обитель Махапрабху, милостиво так же, как и он сам. Поэтому Брамаджака Харидас Такур пришел именно в Навадвипу, чтобы завершить, чтобы заслужить окончательное прощение Господа. И он подавал пример сахана, терпения. Цитата. Харидас Такур для чего родился в семье яванов? Потому что Саба Нирантака, неважно, в какой бы низкой семье родился преданный, это не принимает своего внимания. Джай Баджа Сайбора Бхакти Хиначар. Кто совершает баджан, тот и возвышен, неважно, какой у него род, какое происхождение. Поэтому Харидас Такур и учил терпению, и еще одно его учение, что неважно, в какой семье родился преданный. И очень важно следовать примеру Харидаса Такуру, терпению, потому что иначе мы будем злиться и весь день, и ночь думать о том, как нас кто оскорбил, не сможем совершать баджан. Поэтому Харидас Такур подает пример. Нет. Его били на 22 базарных площадях. Однако, как он отреагировал? Он в конце, он молился и говорил: «Господь так милостив, своими ушами я слышал хулу, порицание Бхагавана Господа, но он настолько милостивый, что он всего лишь немного наказал меня. Его били на 22 базарных площадях. Однако, как думал Харидас Такур, Господь немножечко наказал меня, потому что он очень милостивый». Потому что это качество преданных, они никогда не винят окружающих в своих трудностях. Никто вам ничего не сделал, не нужно думать, этот мне навредил, тот навредил. Да нет, это ваша карма приходит к вам, последствия ваших собственных действий, никто вам не вредит. Поэтому таттанукампам сусамикшамана, цитата. Что мы делаем, последствия, результат этой кармы мы и пожинаем. Не нужно винить окружающих. Помните, трината писунична, царора писахишна, цитата. Если кто-то действительно полностью поймет эту шлоку, вернее, не так, если есть пример того, кто полностью эту шлоку претворил в жизнь, это как раз-таки Харидас Такур, потому что он действительно был, он считал себя ничтожным соломом под ногами, терпеливее дерева, не требовал почтения к себе и уважал всех. И Харидас Такур, который являл пример такого терпения, это Брама, который пришел в Навадвипу и совершал свой баджан, чтобы заслужить прощение Махапрабху Господа. И как, чего он достиг в результате? Господь сам, когда Харидас Такур оставил тело, взял его на руки и поместил в самадхи. Всего двум людям он оказал такую милость. Первый человек, первый преданный — это Брама, и второй человек — это Кази. Махапрабху также Кази сам поместил в самадхи, затем Чампаку посадил, и выросло уже огромное дерево на месте самадхи Чанда Кази. Махапрабху почему оказал такую милость Харидасу Такуру? Потому что он всю жизнь повторял святое имя Господа. Поэтому он сам взял тело Харидаса Такура, омыл его в океане и сказал: «О, океан, до этого это был тиртхой, святым местом. Однако сейчас, когда тело Харидаса Такура коснулось тебя, ты стал Махатиртхой, великой тиртхой, великим святым местом». Обычно, наоборот, увидев тело, в котором уже нет души, мы считаем, то есть увидев труп, мы принимаем омовение, чтобы очиститься. Однако к телам преданных мы так не относимся. Даже когда преданные оставляют свое тело, мы очищаемся, созерцая их. И ради Харидаса Такура Махапрабху сам просил бикшу подаяния на церемонию его самадхи. Махапрабху сам это делал своими руками, хотя обычно он так не поступал. И кроме того, Махапрабху еще и раздавал просад преданным, и у него же ручки-то не маленькие, Махапрабху, поэтому он брал и большие порции риса, и сабджа, овощей от Джаганнатха клал, чтобы все могли почитать просад. И Махапрабху сказал, что тот, кто дал хотя бы немножко песочка на самадхи Харидаса Такуру, либо почтил просад во время церемонии, посвященной Харидасу Такуру,
он непременно обретет любовь к Господу. Итак, Брахма явился как Харидас Такур, совершал баджан и обрел милость Махапрабху. Индра тоже совершил апарадху, оскорбление, и думал, как же мне избавиться от своего оскорбления. Я 7 дней начал поливал Гирирадж Гавардан, причинил столько трудностей, беспокойств в Раджавасе. Что же мне делать? Своим дивья-дришти, божественным зрением, он увидел, что Господь явится в Годруме, как Махапрабху. Го означает корова, друма — дерево. Это место, где Индра под руководством коровы Сурабхи совершает духовную практику, находясь под ее анугати, под ее руководством. Потому что Кришна — это Гопал, он очень любит коров, заботится о них. Поэтому, зная это, Индра совершал баджан под руководством коровы Сурабхи. И его оскорбления Апарадхи где были разрушены? В Навадвипа-дхаме. Поэтому, если кто-то приезжает к Навадвипа, совершает там парикрама паломничество, то он обретает огромное благо. Раньше люди не хотели посещать Навадвипу, ну, джунгли там, заросли, много людей. Однако, если кто-то хотя бы раз приедет в Навадвипу, то уже второй раз уговаривать его не нужно будет, потому что он вместе с бхактами, с преданными будет получать огромное удовольствие от парикрамы. И уже сам захочет приехать в Навадвипу. Итак, Дхама Навадвипа очень милостива. Слава Навадвипа огромна, так же, как Господь милостив, так же и его Дхама, обитель, очень милостива. Есть Ганга в Навадвипе. Во Вриндаване есть Ямуна. Ямуна очень извилистая. Она так или иначе извивается вокруг Вриндавана, отекая, обвивает его, чтобы не покидать Вриндаван. Подобным образом Ганга тоже не хочет покидать Навадвипу и извивается, как бы говоря, я хочу остаться здесь, в Навадвипе. Не хочу покидать это место. Кришна являет Джалбихар водные игры в Ямуне. Ганга — это младшая сестра Ямуны, Ямуна — старшая сестра. И Ганга однажды сказала Ямуне: «Ой, сестренка, ты так удачлива. Кришна являет свои игры, водные игры в твоих водах, наука Бихары, игры на лодках. Однако я не так удачлива». Ямуна сказала: «Не переживай, в Кали-йогу этот Кришна придет как Чайтанья Махапрабху и будет уже играть в твоих водах». И Махапрабху совершал Джалбихар водные игры в водах Ганги, и она, как волны, подобные океанским волнам, омывала Господа. Итак, слава Навадвипа-дхама огромна, поэтому если кто-то совершает парикраму по Навадвипе паломничество, то он избавляется от апарадх, от оскорблений, и обретает гаура прему. Завтра мы послушаем о том, что парикраму нужно совершать. Мы об этом услышали. Однако есть правила, как совершать парикраму. Какие же это нияма, какие это правила для дхама парикрамы, чтобы обрести прему. Об этих правилах мы послушаем завтра.